здравствуйте. О, здравствуйте, Вячеслав. Вячеслав – это тот человек, который побывал в каждом уголке Устьянского района. А мы сегодня курсируем в деревню Шаткурга. Это та деревня, откуда я родом. И сегодня там впервые за много-много лет будет проводиться праздник, встреча городских и деревенских. Сегодня там будет очень вкусно и весело. И копченая рыбка, и программа с 3 часов до 11, и фотограф, и видеограф Вячеслав. И сегодня будет очень много всего интересного, поэтому, друзья, покажем вам, что будет после. Ну, Вячеслав, до новых встреч. Пока. Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное? Снова сумерки входят бессонные, снова застят мне стекла оконные. Там кивает сирень и смородина. Позови меня, тихая родина, позови меня на закате дня, позови меня, грусть, печаль моя, позови меня, позови меня на закате дня. Печаль моя, позови меня. Знаю, сбудется наше свидание, затянулось с тобой расставание. Синий месяц за городом прячется, не тоскуется мне и не плачется. Колокольчики дальние ахали, только мимо с тобой мы проехали. Напылили кругом, накопытили, даже толком дороги не видели. Позови меня на закате дня, позови меня, грусть, печаль моя, позови. Я вернусь, я сдержу обещание. Зовут меня Василий Нецветаев. Сам я из Шаткурги. И каждый год сюда приезжаю. Ежегодно. Вот решили мы организовать День деревни Шаткурга. Ну а что? Все празднуют. И мы решили. На половиночку, да? Вот первый наш день деревни. Хорошо. Надеемся, что если люди запоют, все у нас будет замечательно. Ну а потом будем продолжать традицию каждый год устраивать. Здравствуйте, меня зовут Кашин Дмитрий. Я сегодня приехал со своей коптилкой угостить тут дорогих гостей скумбрией, пикшей, горбушей. Также будет грудинка, ребрышки копченые. Но я думаю, будет вкусно и весело, потому что народу ожидается много. Вот такое вот угощение сегодня будет. А запах просто отпад.
вас не слышно. Давайте пошумим, давайте пошумим. Ну, порадуемся уже с вами, что все сегодня случится. Всем доброго дня, прекрасного настроения. Да неужели мы с вами собрались на Шаткурской земле, уехав отсюда когда-то давно, и вот сегодня нас праздник здесь снова собрал. И сколько у нас сегодня... Здесь всего интересного будет. Мы обязательно вам расскажем. Обязательно вам расскажем. Присаживайтесь поудобнее. Присаживайтесь, разговаривайте. Разговоры разговаривайте. Давайте я вам расскажу, что у нас сегодня на нашей праздничной поляне. У нас сегодня даже не праздник деревни, у нас сегодня день встречи городских и деревенских. Вот у нас фотозона. Вот здесь прекрасная расположена фотозона. Здесь есть настоящие рубахи, в которые можно переодеваться, фотографироваться. И вас будут снимать сегодня целых два. Вы представляете себе, на нашу маленькую Шаткургу целых два прекрасных фотографа. Фотограф Анастасия работает сегодня на фотозоне, и фотограф Екатерина, вот она с караваем стоит, работает с вами на площадке. Поэтому, друзья, у вас сегодня есть прекрасная возможность нафотографироваться друг с другом. У нас сегодня каждый гость, все, кто приехал с самого начала праздника, имеют возможность поучаствовать в лотерее. Анастасия Кашина, помаши ручкой, где ты есть, чтобы я тебя видела. Настенька, вот, Настенька вот там, смотрите, Настя машет ручкой. Еще раз, Настенька, помаши ручкой, чтобы тебя все видели. Вот к Насте можно подходить за лотерейным билетиком. Она вам выдает лотерейные билеты, и каждый ваш билетик может быть, поучаствовать, и какие-то билетики у нас выиграют, сувенирчики, подарочки очень интересные. Поэтому подходите к Насте. Еще, друзья, у нас у Насти есть шикарный альбом, который разработала Ольга Ожигина, которая подготовила этот альбом, родословную по Шаткурге, по каждому дому. Это тоже там у Насти. У нас там есть черновой вариант. Вы можете подойти, открыть свою страничку, своей истории, своей фамилии. И если где-то что-то, какие-то помарочки, где-то какие-то неточности, вы можете прямо от руки внести, друзья, свои фамилии, имена в ваш домик, в вашу родословную. И там же у Насти еще есть тетрадочка. Тетрадочка такая, летописи, которую мы... Давайте прям вот запишемся, кто у нас сегодня был на празднике. Вашу фамилию, ваше имя, город, деревня, откуда вы приехали. И я сейчас попрошу... еще фотозона у нас сегодня в виде трактора. Обратите внимание, вот здесь вот фотозона в самом начале у речки в виде трактора. Можно заползать на телегу, залезать. Но самое главное, не трогать никакие рычажочки в тракторе. Это важно, иначе трактор у нас уедет на Диму Кашина, который коптит сегодня рыбу. А он рыбы сегодня уже накоптил очень много и сала вкусного. Поэтому вот там, вот, где горит костерок, можно приходить и приобретать рыбку. Рыбку и сало. Ну и, друзья, у нас сегодня прям вот общаковая кухня. Девчонки сквазинги готовят сейчас плов, готовят макароны, картошку и готовят чай. Прямо из самовара. Поэтому, девочки, спасибо вам огромное. Ну что, мы начинаем, друзья. Если мы готовы начать, тогда дайте, пожалуйста, аплодисментов. Можно звонко покричать. И начать мы хотим, друзья, с угощения. Наша главная, наверное, правильно так это будет звучать, хранительница нашей деревни, семья Осиповых. Поэтому Катерина сейчас передаст каравай Лене. Где у нас Лена? Лена Осипова, Лена Суворова, где ты есть? Покажись, помаши руки. Вот она идет. Нас возьмет наш каравай и пройдется по каждому. Прям пройдемся по нашей площадке. Первая. Угощайтесь каравайчиком. Фотографируйте.
фотографируйтесь на камеру, Катюша вас фотографирует. Ну и пока вы угощаетесь караваем, наши прекрасные девчонки Полина и Мариночка станцуют вам красивый, красивый танец. Они уже сегодня репетировали. Давайте поддержим наших девчонок. Полина и Марина, Тело Строевское. Девчонки, приветствуем вас. Поехали. Танец «Матюша». С рассадушкою понемножку рассадушки на денежку дает. Понемножку рассадушки на денежку дает. А мне взять ли не взять на рук на отбацать? А мне взять ли не взять на рук на отбацать? Садить мне, садить ли во весь огород? Садить мне, садить ли во весь огород? А я младушка молода, да в огороде не была. Ну что ж, гости дорогие, давайте друг другу поклонимся, поздороваемся, давайте. Дружненько, давайте. Раз, два, поклонились друг другу. Привет, поприветствовали друг друга. Чуть убавь музыку. Итак, гости дорогие, давайте мы сейчас с вами... Вась, чуть музыку убавь. Давайте мы с вами сейчас попробуем поздороваться друг с другом. Скажите, вот когда вы встречаетесь друг с другом, как вы здороваетесь? Вот как вы за руку так, чтоб, ох, попало, прилипло. Хорошо, еще обнимашки, да? Как друг с другом здороваетесь? Покажите. Вот, обнимашечки, да конечно же. Ну давайте уже, молодцы. Вот сейчас мы с вами разделимся на парочки, на парочки. Угу. Вот парочка прекрасная. Здравствуйте, рада вас видеть, гости дорогие. Парочка, парочка, да? Парочка, отлично, хорошо. По парочкам разделились. Голубочек, ты присядь, ты не... Вон он, что парочка у меня. Так, парочка, отлично. Нам нужно... Где свою голубушку потерял? Поближе сюда чуть-чуть, поближе, поближе, чтобы у нас дырочек в кружочке не было. Угу. Найди парочку, вон сколько девушек свободных. Давай, ищи, бегом. Все, отлично. Парочка. Парочка. Угу. Хорошо. Так, чтобы дырочек не было, тогда поближе сюда. Отлично. Парочку. Раз, парочка, два. Хорошо. Все, отлично, по парочкам. А теперь внимание. Тёмушка, ты ищи себе парочку. Тогда надо взрослого, потому что получится, что чуть-чуть... Один-два раз. Да, один-два раз. Да, надо взрослого. Угу. Или вы со мной в серединке постоите, хорошо? Итак, все готово? Все парочки нашли? Серединку наоборот. Угу. Да. Вася, у тебя где парочка? Ну что же? Да. А вы уже вот так? Хорошо? Отлично? Молодой человек? Илья. Илья, ты вот здесь парочка. Вы тогда будете вот вдвоем парочка, хорошо? Все? Ищи парочку. Да как же нету-то? Подумайте, как вы можете друг с другом поздороваться. Как вы в неформальной обстановке, щек друг к другу, да, бочком справа, слева. Подумали. Я тоже научился. Подумали, да, как вы друг с другом поздороваетесь. Хорошо. И теперь все внимание. Сейчас зазвучит музыка. Вы должны показать это приветствие в парочках друг с другом. Музычку можно погромче. Поехали. Покажите. Ой, как хорошо-то! Как задорненько-то!
сказали. Отлично, хорошо. Ну, а теперь, гости дорогие, видимо, далеко от, ушла от аппаратуры, поэтому чуть-чуть затык, сейчас вернусь туда. Смотрите, а теперь я вас научу здороваться, и мы сейчас сделаем одну большую общую здоровалку. Можно я на вас, девушка, покажу? Да, на вас. Угу. Пойдемте. Смотрите, как мы сейчас будем дружно это делать. Просто не уверена, что малышня справится, совсем-совсем малышечка, поэтому, если что, посмотрите. Что мы делаем? Протягиваем руку соседу и здороваемся на раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. При этом считаем. Теперь левой рукой, не опуская правую. Поехали. Раз, два, три, четыре. Теперь смотрите, что делаем. Хоп, на слово хоп бедром, на слово хей другим. А теперь смотрите, ручки подняли и на слово опачки перешли к другой парочке. Угу. Понятно, да? Понятно. Не потеряться, куда идти, друзья. В какую сторону смотрим, в такую идем. Итак, музычку нам, Василий, включай. И поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хоп, хей. Опачки. Поменялись. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хоп, хей. Опачки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хоп, хей. Опачки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хоп, хей. Опачки, молодцы, еще разок. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хоп, хей. Опачки, пришли еще разок. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хоп, хей. Опачки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хоп, хей. Опачки, еще разок. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хоп, хей. Опачки. Молодцы! Молодцы, друзья! Все, кто остался в кругу, респект!
чтобы абсолютно безвозмездно поснимать нашу шаткурскую сторону. Я думаю, что видеооператоров у нас здесь вообще, наверное, сроду и не бывало. Вот этот мужчина, который бегает в желтых тапочках, тоже так же, как и я в желтых. Зовут его Вячеслав Гожда. Он шикарный видеооператор. Он сказал: «Наташ, у вас праздник?» Я говорю: «Слава, так у нас бюджета нет». Он говорит: «А кто спрашивал про деньги?» И я просто по дружбе. Давайте поаплодируем человеку, который просто по дружбе приехал. Я говорю: «Славушка, мы тебя накормим, напоим и, может, спать уложим в палатке где-нибудь». Называется «Дай мне напиться, принеси мне водиться». Самые полные ведра воды. Друзья, на старт! Погнали! Мошка липнет, да? Юра, Дима и самый младшенький аккуратненько несет. Он понял задачу, что нужно не расплескать водицу. Юрушка, скорость еще не значит качество. Итак, самые полные ведра у нас оказались у Славы, друзья. Он пришел последний, но он пришел с самыми полными ведрами. Пожмем парни Славе руку. Есть еще желающие сбегать за водицей? Он наловил рыбу еще в ведра. Это рыбок. Дети могут подойти, да, посмотреть, что в ведрах Славы еще и рыба плещется. О, как! Рыбешечку, оказывается, детей-то у нас тут много, как приятно, когда по шаткурской земле топает много детских ножек. Ну а сейчас мы встречаем красивую, элегантную. Шаг, шаг, падишах, твой дворец прекрасен, зеркала отражают мрамор, а на сердце рана. Шах, шах, падишах, как роскошны одежды на столах, угощений сколько, а на сердце горько. Не спасая чужие сказки, купленные ласки, только в сердце отыщешь рай. Зажигай! Я не Шахерезада, сказок не будет, не надо слов. Нет на свете дороже клада, чем любовь. Любовь, я не Шахерезада, сказок не будет, не надо слов. Нет на свете дороже клада, чем любовь. Любовь. Шахерезада,
снимают. Я смотрю, юные блогеры на видео снимают. Молодцы, Кариночка, снимай. Я вот тут посижу, я тоже шаткурская, я тоже с вами. Помашем ручкой. Я тут, обнимемся потом. Шаткурские, пожалуйста, не расходитесь, постойте секунду, постойте, сейчас я еще про вас поговорю. Глубокий фотографируем. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Есть? Катюша, тут Череновские. Череновские. Это мой муж, Василий Бутарин. Он всегда диджею кучу аплодисментов. Ведущие фигушки, а диджею всегда много. Это комплимент, фиг скажут, да? Спасибо. Я сейчас не о своей красоте. Да у вас как музыку диджей. Ты хочешь, чтобы на тебя внимание обращали, а не на ведущую, да? Зараза какой. Скажите, пожалуйста, кто самую дальнюю дороженьку проделал благодаря тому, что приехал на праздник? Кто откуда приехал? Архангельск, Череповец, еще? Москва, Северодвинск, Октябрьский, Мурманск. Кто Мурманск? А Мурманск Череновские, да? Петербург, это я знаю, потому что я туда и туда гоняю. Да, Москва чуть ближе, чем Петербург. Шангалы вижу, поэтому девушка. Пенза. Пенза? Сколько км? 1400. Сколько км? Полторы почти. 1500. Пенза? Углич? Вот, молодец, настоящий джентльмен. Помог же. Итак, Николай Черняев. Я здесь. Я была там, а теперь тут. Здравствуйте. Здравствуйте. Родовой, Валентина Григорьевна. Конечно, Валентина Григорьевна! Конечно же, Валентина Григорьевна! Недавно праздновали, да, юбилейный день рождения. А, женщинам не принято возраст называть. Не принято. Но уж вас двое, мы не будем вас делить, поэтому по медальке тому и другому вручим. Правда же? Вручим. Давайте. Давайте я прям надену вам. И по вкусняшке. Сколько у вас внуков тут? Я знаю, что у вас много. А давайте по несколько вам дадим, да? Оп, оп, держите. А угостите барышню. Хорошо барышню угостите, вечер долгий. Аплодисменты, друзья, можно с вами сфотографироваться? Колорит нашей деревни. Кто желает сфотографироваться? Идем. Итак, люди, на которых держится реально деревня. Вася, несмотря на свою занятость, приезжает все время. А еще один Вася. Слушайте, три Васи на сцене. Вася Бутарин, Вася Нецветаев и Вася Осипов. Удивительное дело. Елена. Деревенское имя Василий. Поэтому я вручаю вам тоже по медальке. Загадывайте. Вася, захочется очередную избушку прикупить? Загадывай и тери и покупай. А еще, друзья, я очень хочу, у нас сегодня будет лотерея, будет разыгрываться много призов. Подарить в нашу деревню, чтобы у нас прям в деревне был Устьянский народный словарь. Устьянский народный словарь. Вот этот подарок уйдет в вашу семью. Единственное, что я сразу вам его не отдам. Я еще в слова поиграю с гостями, ладно? То есть вот это им подарок будет, чтобы в деревне... деревня развивалась. В общем, вам тут на троих будете потом не в карты играть, а словарь разгадывать. А недолгий вечер. А недолгий вечер. Вечер станет ночью темною и сном. Мы все мои тайны. Мы все будем
который вечер. Снова вижу блеск твоих счастливых глаз. Но с тобой не вместе, но с тобой не вместе. Будем мы завтра и сейчас. И еще раз ручки выше! Seçti o gün yandık, her gün yandık ya. Dilerim sana da yapabilir birbirimizi. Mutlu belki güneş daha bir. Отлично. Вот я бы, честно, подарочек дала двум танцующим красоткам. Вот тебе, красоточка, и вам, девушка, в красивом белом наряде. Да. Сейчас нас бежит, и вам тоже принесет подарочек. Вот, потому что вы так шикарно танцевали сейчас под эту музычку. Иди сюда скорее. А здесь с копеечком посиживают, да? Давай. Кто из вас быстрее? Раз, давайте так договоримся. На четыре полежка, да? То есть на две части. На две части? Да, ну, то есть четыре полежка и кубки должны получиться. Четыре. Одного четыре. Из одной чурки четыре полена. Одним ударом. Ну что, друзья, мы готовы. Сергей и Юрий, начали. Настоящие мужики не сдаются, Юра сделал. Постоянно трава. Ну не всегда. А, не всегда. Хорошо. Сколько заготавливаешь на зиму? 8 кубов. 8 кубов Юра заготавливает. А Серега у тещи сколько заготавливает? Тоже 8, и дома 10. О, понятно. 8 и 10. Поэтому Серега сделал быстрее. Ну, вообще, пожмите друг другу руки. Здравствуйте всем еще раз. Спасибо большое за такое, не знаю, классное мероприятие, которое вы организовали, ведущие, звук, видео, вообще все здорово. Я не ожидал, на самом деле, что будет так громко, ну, что выстрелит это вообще. Примите мои искренние, самые теплые поздравления с праздником, с Днем Шатхурги. Пусть этот день деревни будет традиционным и одним из самых наших и ваших любимых праздников. Я вижу, как в сети его ждали, готовились к нему. Это ваш праздник. Только вашим трудом и вашей заботой преобразится деревня, стоящая в одном из самых живописных мест в Устьянском районе. Хочу поблагодарить общественный совет за внесенный вклад. Если бы не ваша помощь, сложно было бы представить, как бы шаткурчане справились самостоятельно. И тем не менее, я вижу, что у них тоже загорелись сердца, они открыли денежный сбор, выкладывают в сеть фото из своего детства, архивные фотографии родственников, истории жителей, организовали родословную, такой замечательный стенд с домами, с планом. Это вообще потрясающе. Я рад этому оживлению и переменам в лучшее направление. Признаюсь, раньше, проезжая Шаткургу, мое сердце всегда сжималось от тоски.
и опустошение, то, что я видел. Сейчас же я знаю и чувствую вашу заботу, любовь к малой родине, подтвержденной делами. Верю в лучшее будущее этого прекрасного места. Желаю всем вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях. Пусть в каждом доме этой деревни царят мир, доброта и любовь. С праздником, дорогие земляки! В Устьянском районе шикарная река, шикарная поляна, шикарные люди здесь живут, добрые, хозяйственные, трудолюбивые. Вот. Жалко, конечно, что в деревне уже не так много народу, как было раньше. Но очень радует то, что сегодня на праздник собралось, мы даже не ожидали, что столько людей соберется на этот праздник замечательный. И мы очень рады от всей души. Сегодня поздравляем всех шаткурцев и всех, кто к нам приехал с таким замечательным днем, с праздником нас.